Сегодня мы расскажем о ценах вторичного жилья и аренды города Таллина. Здесь написаны цены примерно однокомнатные до четырехкомнатных квартир в Таллине. Разброс цен. Это метраж у нас идет. И примерно разброс цен. Естественно, разброс цен очень большой. За эту цену от 20 тысяч до 30 тысяч можно приобрести только маленький метраж квартир однокомнатные. От 12 до 16 метров в спальном районе. А 60 тысяч это уже идет примерно однокомнатная в центре города. Если рассматривать цены по аренде квартиры, то мы видим, что 180, от 180 до 500 евро стоит аренда однокомнатных квартир. Это, как мы говорили, маленькие помещения, 12-16 метров квадратных, типа общежития. И 500 евро – это уже центр города идет. И так далее идет уже по метражам и по... Смотреть уже сколько комнат идет, да? Если посчитать доходность, например, если покупать квартиру в Таллине с метражом 12-16 метров, то можно купить примерно 30 тысяч, от 30 тысяч евро до 35 тысяч евро. Средняя цена аренды будет 230 евро в месяц. Умножаем на 12 месяцев, получается 2760 евро годовых. Умножаем на стоимость покупки 30 тысяч евро, умножаем на 100, получается у нас 9,2 годовых. То есть 2760 делим на стоимость покупки 30 тысяч, умножаем на 100, получаем 9,2. Это доходность от сдачи в аренду этой непосредственной квартиры, например. Но это без учета налогов, расходов. Возможно, может быть где-то 4-5% годовых чистыми. Здесь мы можем посмотреть, как мы видим, дома, вторичное жилье в Таллине, так называемые, строились с конца 60-х годов и посередине 80-х годов. Типы домов разные. Это и есть вторичное жилье в городе Таллине. Они разнообразные, метраж также разный и планировка также, соответственно, тоже разная.